Многие магаданцы с восторгом признаются друг другу, что давным-давно не видели столь масштабных строительно-ремонтных и благоустроительных работ. Вероятно, сравнивать столь большие стройки и в таком количестве можно лишь с временами позднего СССР, когда Магадан строился целыми микрорайонами. Вечерний Магадан продолжает следить за ходом благоустройства, и в этом сюжете расскажем об асфальтировании дворовых территорий на улице Марчиканская, 31 и набережной реки Магаданки, 55. За комментарием мы обратились к руководителю отдела дорожного хозяйства департамента СОТЭК областного центра Василию Рыжкову. Что мы имеем на сегодняшний момент по исполнению наших планов? У нас полностью закончена дворовая территория Марчиканская, 31. Там небольшая дворовая территория, 1500 квадратных метров, но в любом случае эти работы выполнены, и мы в ближайшие дни будем уже принимать. Большая дворовая территория сейчас благоустраивается по улице набережной реки Магаданки, 55. Кроме этого, у нас двухлетний контракт, это набережная реки Магаданки, 55, с корпусами, там 1, 2, 4, набережная 59 с корпусами, очень большой двор, там 9500 метров асфальтирования и бордюрных камней, километр 900. В любом случае, сегодня, завтра туда выходит уже подготовка, сделана подрядчиком, следующие площади под асфальтирование, и начнется укладка асфальта. И то же самое на этой неделе мы его, в общем-то, должны закончить.